Всем доброе утро, я на заправке. Позитивчик такой. Чё? 80. Все, погнали дальше. Работа прет. Вчера доработался, что соляра кончилась. Думал, до заправки не доеду, но я примерно оставлял. Ну все, погнали. Едем к Санечку, у него там начнем. Потом дальше на завод опять. Да я на заводе тоже не доеду, не доделаю. Что-то, ребят, я все почистил, с утра такой кипиш. Все здесь, везде территорию прибрали. Машины туда-сюда перегоняли. Побольше места было, тут видели, все в снегу было. Кто мое видео смотрит, и некогда было поснимать. Ну пошел, я сейчас чай попью и дальше на другой объект. Да, ребят, все некогда снимать, и забывали некогда. Уже я тоже на втором объекте. Все вроде фуры вчера раз. Так, место для фур очистил, чтобы не буксовали. Сегодня эта сторона вся уже вон. Гора приличная. Ну, снегу много, сырой сегодня. Хоть это легче оттирается от этого, от земли. Все приятнее работать. Ну единственное, ковш долбит капец. Потому что первый. Снег всегда труднее чистить, потому что, ну, он щебенка. Ну, он такой, блин, ковш гремит. Сейчас надо еще пообедать, сгонять. Хотя время уже 4 часа. 4. 4 час. 3 еще. 3.5. 3.00. Так что... Трубы горят, газ горит. Да. Трубы дымят, газ горит. Короче, так правильно. Его как долго здесь. Приходится потихоньку работать. Ну, сейчас между... сказать, стеллажами, и потом те кучи вывозить. Такая моя работа на сегодня. А еще съездить надо там, блин. Один парень строится, ему надо заезд прокопать, там тоже доски к нему привезут, чтобы мужчины не буксовали. В общем, ладно, работаю. Сейчас перекушу и дальше. Работа прет. Кучи собрал. А сейчас кучи мы быстро вывезем. Они вообще тепло у нас. 0+2. Как сказать, скомкается большая. Быстрее вывозится. Как снежки лепится, вывозится. Машинка испытывает. Так, друзья, привет! Это день следующего дня. Уже сгонял к Назыму, почистил снег. Напротив у соседа снег почистил. Съездил фанеру забрал, приколотил. Сейчас вот съездил в налоговую службу, взял бумажки. До 31-го надо все уплатить.
Даже вон, видите, в грязном. С трактора вылез, сел да поехал. Ну а что делать, блин, не успеваю ничего, ребят. Честное слово. Здесь за ночь все улицы прибрали, верхнюю Пышму. У нас идет дождь. Видите, дворники. Ну, не дождь, а так, моросит дождик. Так, на улице +1. Короче, такие, ребят, дела. Еще надо сделать на, как его, на погрузчике фен надо сделать. Сейчас приеду, расскажу, что у меня там, ездил я по ним. Так, бумажки все, эти все, все вроде, сейчас домой расскажу вам. У нас вот эта федеральная трасса, они тоже ее прибрали, почистили. Ух ты, гололед, оказывается. На улице у нас тоже грейдер прошел. То есть за 3 дня, пока снег вот закончился, везде порядочек навели в районе у нас. Ну, молодцы, радует, конечно. Молодцы. Я тут, конечно, чистил, но грейдер прошел, еще все собирал. Молодцы. Сейчас вот бумагу налоговую смотрю. Вот. Всего к оплате, ну, десятка почти выходит. Но это с земельным налогом здесь. Неважно. Просто смотрю. Вот белорус. 81 лошадиная сила. 16 рублей. Блин, 1300 почти платить. Volkswagen. Машина. 102 лошади. 959. Ну, 1000, да? И понять вот не могу, да, на машине на работу вот люди каждый день ездят. Трактор же, вот у меня МТЗ-уха, ну, 3 недели, ну, пусть месяц работает в году. Платить надо, да. Что тут, Нео был, тоже вот 80, что-то почему-то 88 лошадей у него написано, когда он 80 ровно был. Ну, короче, самый маленький трактор, и платить за него 1400. Так что и то он, я думаю, что я же его продал, тут меньше года даже прошло. Ну, неважно. Дело в другом. Меня что бесит? У фермеров трактор, комбайн работает 2 недели в году. Блин, ну у него там 400 лошадей, ребят. Вы представляете, сколько ему в год платить? Это капец. Потом, что там, кировец, ну... Может быть, пашет он там, я не знаю, месяц, ну, 2 месяца в году. Тоже вот предприятие платить. А там 600 лошадей, до 600, вернее. Есть некоторые, сейчас смотрю, кировцы. Ну, капец, это же, ну, как вот так? Как-то непонятно все, налоги высчитываются. Сейчас ездил, звонят срочно. Там стройматериал привезли. Не дадут мне отдохнуть, своими делами заняться. Почисти, любые деньги даю, машина не может заехать. Приезжаю, работу всю сделал. Ну, 40 минут заняло времени. Ну, по-быстрому, потому что мне надо сейчас тут дела делать свои домашние. Говорю, ну давай по-свойски, за час возьму 3000. Минималку, говорю, 4 часа беру. Он, о, что ты сейчас с меня 3000 будешь брать? Сует мне 1000, достает пачку денег. Такую пачку. 1000 не нашел. С другого кармана 1000 достает, мне отдает. Я говорю, ну все, спасибо. Больше я к тебе не приеду. Не обижайся, не обижайся. Я говорю, я с тебя по-дружески не минималку взял, а за часик. И то не хотят платить. А соляра у нас уже... 63-68. Ну, прыгает. Вернее, где надо на трактор ехать, что он тихо же едет. Где 62, там далеко. На этом. Где поближе, там 67. Так что, такие, братцы, дела. Ну вот. В черный список попал еще один парень. Так, ладно, не будем о грустном. Фиг с ними. Ездил я фен свой. Хотел починить. Он же меня замкнул. Короче,
Говорит, у нас на него нету этих, как его, запчастей. Езжай, возьми за 9700 там какую-то. И я тебе это, он говорит, открой. Я ему открыл, он даже не знает, как открывать. А занимается ремонтом специально этих фенов. Здесь разбирал все целенько. Нигде платы не пожамкнуты. Замкнул это вот здесь, получается, от переключателя до аккумулятора. Пошел у племянника. Где она тут? Я сейчас достану. Взял вот такой индикатор. Сейчас буду сам искать. Если не пойдет, закажу еще одну. За 6200, да еще и не буду заморачиваться. Короче, сейчас сначала прозондирую, поточнее уже, где что. Может быть, просто где-нибудь тут, я же как скручивал, может быть, где-то тут перегорело под этой. Придется опять силикон вскрывать. Так что, такие, братцы, дела. Еще в салофанчике не снимал я ее. Так. Ну что, зондирую, пока тепло. Ну и сегодня хочу загнать туда. Там надо еще трактор, блин, поставить на гоночный, на козелки. Этот попробовать, погрузчик загнать туда. Машину отогнать. За этот трактор стоит. Цену поднял, лям 700. Но один парень вот просится прям, продай мне и все. Ну, по вот старой цене еще отдам ему, а остальные уже кто будет звонить, уже лям 700, ребят. Цены растут. Новый такой 2150, мне говорили уже у нас. Так что ремонтирую эту и вперед. Так, ну что, ребят, плюс приходит. Сюда. Так. Сюда приходит. Но. Вот ремонтирую трактор, а мне звонят и отвлекают, не дадут поремонтировать трактор. Да, трактор поремонтирую. Ну, не сломал, но вот ремонтирую. Подписчики тебя смотрят, как мне тут звонишь и материшься. Ладно, положь, я заберу. Потом покажу подписчикам, что ты там мне подарил. Давай, до вечера, а. Не дадут, ребят. Звонят один подарить. Ну ладно, это приятно, когда дарят. А когда на работу и не платят, это вообще жопа. Так. Так, отсюда пошла. По логике отсюда. Туда вниз и идет вот сюда должно, потому что здесь есть значок включения. Нажимаем, ничего нету. У меня тогда тоже не было. Берем пульт загорается, а здесь ничего нету. Идем логическим путем. Раздвигаем фишку и здесь ищем плюс. Так, и что у нас получается? Так, блин, как тебе неудобно. Ага, вот контакт есть у нас. Да что ты? Еще не попадешь туда. Так, сюда приходит. Да что ты, рюки-корюки? Одно, видите, надо и вам снять. Есть. Все, здесь питание есть. Снимаем коробочку. Коробочка, ребята, ни болтиков, ни гаечек. Что-то нету. Как ее разобрать, разломать, посмотреть в нее, что с ней делать,
что с ней делать? Так, ну, давайте будем ломать ее. Что теперь? Все равно не работает. Так, решил пока не ломать. Прозондировать еще одну вот кнопку. Ну тут везде вот это минус. Масса есть. Плюс тоже есть. Так. А здесь он не горит. Почему-то. Так. Сейчас мы его либо доломаем. Так. Ничего не появилось. Идем следующим логическим путем. Только разбираем коробочку. Разобрал я эту все-таки. Пульт. Тут тоже ничего нету горелого. Там, как тебе показать-то? Свечивает. И вот что тут можно найти? Платы нигде не перегоревшие, ничего нету. Хотя вот тут что-то отсвечивает. Что-то подозрительное вот здесь. Вот он. Полосочка какая-то. Вот. Сейчас разберусь, ребята. Так, ребят, ну что хочу сказать, вот под этими есть болтики, оказывается, но они-то спрятаны под эту вот, не знаю, стекляшка, она не стекляшка. Короче, вот они, болтики есть. Вот я, блин, лоханулся. Можно было спокойно раскрутить. То есть снимаешь вот эту пленочку, эта пленка наклеена. Под пленкой еще одна типа пленки. И там он есть. Вот он, болтик. Капец. Разломал. Ну, что, все равно не рабочая. Сейчас будем дальше испытывать судьбу. Вот так она, короче, снимается. А вот оно табло. И вот они, болтики. А тут эта фигня вот липкая. Вот это да. Ну, все равно не работает. Но вам будет, как говорится, если что, кому-то разобрать. О, приклеилась. Ну и фиг ли я ее разобрал, болтики я выкрутил. Есть болтики, только вот эти кнопки сейчас растерял, собрал пока. Ух ты. Переворачивать нельзя. И все, вот она. Ничего тут нету перегоревшего. Проводочки все на месте, припаяны. Все, кошка целая, все. Пойдем сейчас еще так попробую прикрутить его. Вернее, запитать. Дым идет, не идет с нее. Посмотреть, интересно же. Так, нифига тут не работает. Так, из пульта тоже не хочет. Не, с толкача попробовать, может быть. Намотать какую-нибудь.
шморгалку сюда. Не получится, понятно, что это как стиральная машинка, с толкача ее вот так вот не завести, короче. Так, сейчас напрямую все сделать. Что, у нас ума не хватит спалить ее, что ли, до конца? Хватит. Но не будем, наверное, мучиться. Закажу я ее, да и все. А потом уже буду на месте все, как говорится, делать. Поставлю новую, я не буду с этой заморачивать. А это пойдет на запчасти. Логично? Логично. Все, короче, все складываем. То я уже замерз. Так, а что-то болтики остались, а она мне так собралась и защелкнулась. Ну и хорошо. Так, короче, фен я весь собрал. Не буду с ним заморачиваться. Это тоже сюда защелкнулось. Только, ну, смотрите, болтик вот под этой пленкой. Ну, она не стеклышко такая. Не хочет ничего работать. А все, сейчас трактор перегоняю. Это перегоняю, тот на козелки. И попробуем загнать этот погрузчик в гараж. Толкать-то его затолкал. Как выталкивать? Здесь прям капец как шуркает. Да, здесь ворота он все равно не даст закрыть. 7 метров. У меня тут там был, ворота закрыты. Я еще тут мог ходить вот так вокруг колеса. Мотор уберу. Здесь плотничком. Так, теперь глушитель туда достанет, но скорее всего его вовнутрь заталкивать буду. Ладно, бог с ним. Ну, как-то так. Как-то так, ребят. Еще надо цепочки вот эти убрать. У меня тут ребенок качелю делал. Сейчас напугался, по кабине ударил. Это потом, не забыть. Подъеду, встану и закручу там на эту. Так, ну и все. Порядок навел. Блин, видите, как сейчас все, что мешается. Так, что, трактор... Поставил на козелки.
Все нормально сейчас. Офигенно. Так, а здесь я так сделал. Подойти поставил. Ну, нормально. Здесь прохожу. Ворота не закрываются. Эту тоже заколотил, привез я лист. Ну и все вроде на сегодня. У нас дождь идет, гололед страшенный. Там, говорит, на Женя приходил, он сосед, говорит, с утра на Челябинском тракте, въезд с Челябинска в Екатеринбург, набилось машин. У нас здесь гололед. Гололед. Ну, как-то так примерно все на сегодня. Еще к Назымке сходить, что-то он мне там подарить хочет. В баню сходить сегодня. Он на вахту уезжает, говорит, приходи в баню. А то, говорит, соскучился. Ну и все, вечером пойдем к нему. А сейчас еще дела какие-то сделать. Что-то еще хотел, ну вспомню, сделаю. Ну, на сегодня видео вот такое. Трактор загнал, этот сделал, машину там поставил. Все. Всем удачи, всем. Всем пока. Пока буду с открытыми воротами. Но все равно все теплее будет под крышей, чем на улице. Ну и снегом не будет накрывать. Ну и скорее всего сделаю полок такой, чтобы хотя бы немного закрывалось. И там можно было печку топить.